Сегодня суббота, последний день. Вот сегодня нужно пораньше спать пойти, потому что придется встать где-то в 4, не, в пол четвертого вставать. Вот, последний день, что буду делать? Сейчас мы поедем на Ганину яму. Вот, а после еще поедем в киностудию. Там такой немножко парк. Интересно, кажется, вам уже рассказывал про него, где всякие там зеркала кривые и так далее. Вот, всякие обман зрения. Вот, в общем, я еще вспомнил вчера, сегодня не мог уснуть, то, что я вас обманул, получается. Я, оказывается, не 1100 потратил здесь, а где-то 1400, наверное, евро, потому что я еще 300 с копейками с собой привез, наличкой. Вот. Поэтому получается, что где-то вот нужно считать 1500 на еду и на квартиру на 3 недели. Вот. Все, увидимся на Ганиной яме.